Городские власти решили проблему инвалида первой группы, дом которого затапливал из-за дождей. Нетрудоспособный житель несколько лет был вынужден сам бороться с последствиями непогоды. О многолетней проблеме сообщил опекун мужчины во время встречи акима Ербулата Дусаева с жителями Медеусского района. Эта вода вся попадала к нему домой, его затапливала баню, хоз постройки, чуть ли, в общем, полностью дом затапливала. Вовремя вот речку проложили, проложили трубы, проложили лотки. К строительству рычной сети приступили в марте после поручения акима города. Работу завершили в срок. К слову, такая работа планируется еще на 26 улицах Медеусского района. До конца года здесь планируют установить 23 километра рычных сетей. Всего же этой весной в городе выявили 102 потенциальных участка, в которых есть риск подтопления. Сейчас ведутся работы по их ликвидации. Сегодня мы завершили ремонтные работы. После прокладки рычных сетей все проверили. Проблем с затоплением этого дома не будет.